Работайте, братья! Дорогие ОМОНовцы, дорогие военнослужащие Росгвардии, дорогие сотрудники полиции, вот наконец поставлена точка. Теперь понятно, ради чего вас гонят на эти митинги против ваших же соотечественников, против мирных граждан. Что именно вы защищаете, теперь стало понятно. Что именно вы пойдете защищать сегодня, пару дней назад, об этом нам наконец сообщили, тот самый пресловутый дворец. Нет, это не дворец Путина, поэтому защищать вы пойдете ни Путина, ни Родину. Нам объявили, кому этот дворец принадлежит. Правда, построено на бюджетные деньги. Олигарху Ротенбергу. Вот ради олигарха Ротенберга вы сегодня выходите. Сегодня вас выгоняют защищать олигарха Ротенберга. С чем я вас и поздравляю. Друзья, добрый день. В прошлую субботу я был на Пушкинской площади и был удивлен, как сотрудники ОМОНа задерживают и избивают мирных граждан. Был среди задержанных. Я не понаслышке знаю про силовые структуры. Сам служил в спецназе ГРУ. Тренировал группы спецназа крупнейшим международным соревнованием. Среди моих друзей и знакомых много честных, порядочных сотрудников и офицеров, искренне любящих свою родину и свой народ. Я хочу обратиться к сотрудникам, которые используют насилие в отношении мирных граждан. Если у вас нет ни капли чувства собственного достоинства и уважения к себе, не позорьте порядочных и честных офицеров. Всем, кто давал присягу защищать свой народ. Настало наше время. Наш народ в беде. В беде наши семьи, наши родные, близкие, друзья. Власть вообще охерела. Мусора, по-другому я их не зову, ОМОНовцы, росгвардейцы. Они не защищают народ. Они его уничтожают. Они помогают этой оккупационной власти, коррупционной власти. Уничтожать своих же людей. Как сказал один мент, это не наш, вы не наш народ. У них оказывается свой народ. Так вот, десантники, пограничники, ВВшники, остальные. 31 января я выхожу не в защиту Навального, а в защиту своей страны, своего народа. Потому что так дальше невозможно. Кто-то строит дворцы ни хрена себе. У кого-то миллионы под полами, миллиарды. А народ, как говорил дедушка, хрен без соли доедает. Поэтому, ребят, вы подумайте, на одной чаше весов ваши соседи, ваш народ. А на другой чаше весов дворец Ротенберга, вам самим не стрёмно. Хорошего дня!